Свенг и наш организм. Так, что у нас? Ага, педагог просит от нас твенг. Хорошо. Гортань! Гортань! Кто-нибудь дома есть? Да твою... Да, что? Господи, мозг, ты что ли? Что? Что случилось? Нам сказали делать твенг. Пожалуйста, за вокал отвечаешь ты у нас главное. Так что вот. Что? Твенг? Вокал? Кто сказал, что я главная? Пытаются сузить. Что? Мозг? Между прочим, там еще язык за это отвечает. Я всего лишь язык. Наша работа должна быть вообще-то совместной. И я не настолько гибкий. Что вообще происходит? Что мне надо делать? Мозг! Ой. Боже, что, боже, ну что тут непонятно? Сейчас, так, значит, нам надо приподнять корень языка, язык. Дальше, гортань, пожалуйста, нам надо, чтобы ты тоже немножечко приподнялась. Все. Хорошо, я готова. На счет 2, 3, язык, дыхание, работаем вместе. И ла-ла-ла-ла. Ло-ро-ло-ле-ло-ле, я приподнимаюсь, как могу. Ло-ро-ло-ле-ло-ле, ну, вроде бы я постарался. Мозг, зацени. Ло-ро-ло-ле-ло-ле. Видел, как я теперь научился изгибаться? Какая красота! Сегодня я довольна. Мозг, сегодня у нас все отлично. Мы выполнили все, что сказал педагог. У нас получился первый гортанный твен. Гортанный. Название-то какое, боже. Господи, прости, называется. Но главное, что все получилось. Мозг, пиши. Мы талант. Так, ага, понял. Отлично. Психика довольна. То есть, если продержаться хотя бы 5-10 уроков или 12. Ха-ха, шучу. Ладно. То, в принципе, вокал способствует хорошему настроению. Замечательно. Значит, сегодня перед сном на ночь не едим. Вокала нам уже хватило. Замечательно. Все. Так, отлично. Надо купить абонемент на вокал в следующий месяц.